Здравствуйте, с вами магазин «База Автозвука». Сегодня мы рассмотрим двухполосную компонентную акустическую систему от компании Mystery, серия Merlin, модель MR51.5. Акустика размером 13 см, поставляется на фирменной упаковке. Внутри у нас отдельно упакованы низкочастотники. Здесь у нас небольшая инструкция с характеристиками имеется. Шаблон, по которому вырезается посадочное место. Так, в маленькой коробочке отдельно твиттера, высокочастотники. Они идут шелковым куполом. Довольно-таки увесистые. Второй динамик. Вот здесь у нас монтажный комплект. Дополнительно имеются дополнительные чаши от твиттера, металлические пластины, крепления, саморезы, двухсторонний скотч и также два кроссовера. Тот же самый фильтр частот, по-другому он называется. Вот так он выглядит. Просто небольшой блочок. Второй абсолютно идентичен. Так, низкочастотники, среднечастотники, они же также идут защитными сетками. Вот так вот выглядят сетки вместе с эмблемой компании. Посадочная глубина порядка 5 сантиметров, идет корзина штампованная, подвес резиновый. Диффузор из полипропилена. Акустика мощностью номинально 50 Вт, пиковая 200 Вт. Подключается она по стандартной схеме, плюсовая и минусовая клемма. Давайте второй динамик. Рассмотрим, все абсолютно идентичное. Чувствительность данных динамиков 91 дБ. Сопротивление 4 Ома. Также защитная сетка и сам динамик. Дополнительные характеристики и стоимость комплекта акустики вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.